Всем привет! Сегодня у нас студия Яша Будинов. Здорово, Яс. Привет. Нам 2 года примерно. Я основатель холдинга Like. Сейчас у нас 22 компании. У нас в таком достаточно быстром все масштабе мы растем, примерно так же, как и вы. Если говорить о цифрах, то ну, мы заставили так или иначе двигаться в прошлом году 300 миллионов примерно. Это ориентировочная цифра, это оборот наш и наших франчайзи. В прошлом году чистая прибыль составила 31 513 000 рублей. В этом году планируем сделать 1 000 000 000. А как ты решаешь конфликты между партнерами? Я думаю, актуальный вопрос. С каждым человеком, особенно сейчас, мы стараемся прописывать вещь такую, называется путь. Вот, она... Это кодекс, это тот текст, к которому мы обращаемся, когда у нас возникают конфликты. Вот всегда должен быть арбитр. И мы прописали для себя такой советчик. То есть арбитра, путь, миссию, не знаю, ценности. И мы к ним обращаемся. Вот это именно касается работы с партнерами. Я сейчас зачитаю. Мы желаем друг другу добра, и все действия, которые мы делаем, направлены именно на это. Это аксиома. Каждое наше действие направлено на достижение положительного результата в проекте. Мы честны друг перед другом. Мы хвалим прилюдно и спорим наедине. Мы открыты друг перед другом и никогда не будем заводить интриги и совершать действия за спиной друг у друга. Любая проблема решается через диалог. Если кого-то что-то не устраивает, надо просто сесть и поговорить. Личные взаимоотношения не касаются рабочих отношений и наоборот. Мы никогда не купим Samsung, только Apple. Мы не обсуждаем работу... Это в отдельной у тебя компании или у всех? Во всех почти. Ага. Мы не обсуждаем работу с конкурентами и над другими проектами, которые коснутся нашего бизнеса. В своих действиях мы исходим только из целей и всего текста, написанного выше. Мы отпустили обиды, эго, тщеславие. Мы работаем не для того, чтобы быть лучше друг друга, а для того, чтобы добиться поставленных задач. Мы конкурируем с конкурентами, а не друг с другом. Мы обсуждаем предстоящие решения, но окончательную точку в них ставит Аяс. Если решение принимается, даже если оно не соответствует ожиданиям партнера, мы все равно его выполняем с тем же рвением, словно это было всеобщее решение. Если один из партнеров не согласен с решением, нужно объяснить причины. Мы знаем, что мы не самые умные, и ни один из нас не является суперспециалистом в чем-либо. Многие люди умнее нас, но мы постоянно учимся. Мы выполняем все свои обещания. И мы идем к цели в проекте. Первое. Наша деятельность направлена на зарабатывание денег. Ну, это в этом как бы это определение любого бизнеса. Второе. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы как можно больше клиентов говорили нам спасибо. И третье. Мы искренне стараемся помочь людям. Круто. В моменты спорных ситуаций мы поднимаем этот текст. Это должно исходить из сердец, из души. У вас должно быть по-другому. Это то, с чем мы как бы сталкивались, те проблемы, которые мы вскрывали там, о честности как раз. Но вот это касается тех бизнесов, которые у нас не пошли. Вот реально, проблема не на уровне правильного управления, планирования или еще чего-то. Глубинная проблема в том, что по ценностям мы с людьми не сошлись.